Приветствую, дорогие зрители, на канале видео Людмила Цыганкова. Продолжаем разговоры о чем-то мистическом, эзотерическом. Перед этим я сделала видео и выставила на YouTube контактирование с тонким миром. Сейчас хочу продолжить эту беседу. И назвала этот фильмик «Ничего нет бесплатно». То есть за все в жизни мы должны платить. И прежде всего, когда мы просим, когда мы контактируем с тонким миром, когда мы просим святые особы, когда мы молимся перед иконами Бога, ангелов, святых, просим о помощи, мы должны знать. Мы должны за это заплатить. Что же это за оплата такая? Ну, конечно, оплата энергетическая. То есть мы должны молиться к этому святому облику, когда просим. Мы должны благодарить его. Мы должны со всеми чувствами, со всей душой прославлять его. А прежде всего, конечно, прославлять Бога. Бога, и поэтому мы, прежде всего, наши молитвы, наши благодарности за все то, что нам, за нашу жизнь, за все, что дает нам Бог, должно выражаться в виде благодарности. Мы должны восхвалять Бога энергетически, душевно. Все время мы должны отдавать отчет в этом, быть благодарным и понимать, что Вселенная состоит еще с высшей духовной энергетической структуры, которая руководит нашей жизнью. И мы принадлежим к этой структуре. И мы, прежде всего, когда обращаемся за помощью к этому тонкому миру, Вселенной, должны быть благодарны. Благодарны энергетически. Понимать, чувствовать, что это не просто так. Не просто так сотворена жизнь на Земле. Не просто так все гармонически. И удивительно существует и состав воздуха, и строение человека, растений, животного мира. Все это непросто. Все это сотворено кем-то. А мы частички всего этого. И, конечно, если мы просим святых, просим Бога о помощи нам, мы должны быть всем сердцем, всей душой отданы этому тонкому, высокодуховному. Сегодня я выставила на мольберте икону, которая называется «Умиление. Матерь Божья с Иисусом Христом». Икона еще до конца не дописанная. Но я не могла не показать вам. Я пишу иконы прежде всего, чтобы было не рамки, а большое лицо. Ну вот, например, Богоматери, ее глаза. И благодаря этим глазам мы больше контактируем с тем невидимым духовным миром. Еще не дописана, как я сказала, икона. Она будет, кстати, возможно, кристалликами Сваровского оздоблена. Посмотрим. Ним позолочен. Матерь Божия с Иисусом Христом. Умиление.
Так что, мои дорогие, откройте свою душу и сердце этому высокодуховному миру, который нам помогает. Помогает, когда даже мы не просим, помогает, когда мы просим. И, конечно же, благодарите. Благодарите энергетически. Это самое важное, чтобы мы были благодарны, благодарны Вселенной за все, что она нам делает. Всего хорошего. До свидания.